Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Сегодня у нас уже 29 января. Я вот решила подключиться и записать такое видео. Буквально через несколько дней у меня будет юбилей. И мне уже начали приходить подарки. Я сейчас вам все покажу. Покажу, расскажу, кто что подарил мне. Самый долгожданный подарок у меня пришел из Кыргызстана. От моей подписчицы, от Любаши. Вот, она мне ее выслала посылочку еще до Нового года, с надеждой, что к Новому году я ее получу. Но так как знаете, что перед новогодние тут вот эти вот различные нагрузка вот это везде, да, и посылка пришла буквально вот, ну, недавно. Она пришла только до Томска, там дочка старшая у меня ее получила, прям доставка на дом это все было. Младшая дочка приехала ко мне на юбилей, из Питера прилетела. Она, естественно, остановилась у Жени, забрала эту посылочку, и вчера она мне ее привезла. Посылочка, сейчас покажу вам, я ее не открывала, представляете? Хотела вчера уже открыть, у меня уже терпения не хватало. Вокруг этой посылочки я ходила, смотрела на нее. Катя мне не разрешила отдавать, говорит, завтра запишешь все на видео. Я говорю, ну ладно, хорошо, уговорила она меня. И сегодня утром нам надо было сбегать в магазин, забрать еще один подарок с Валберис. Тоже сейчас покажу все. И вот такая вот... Вот неподъемная! Вот такое вот посылище мне пришла из Кыргызстана от Любашки. Будем сейчас вместе с вами смотреть ее. Красота! Вот. Это мы сейчас откроем. Я сейчас камеру поверну на стол. Будем вместе с вами открывать, смотреть, радоваться, удивляться. Вот, не знаю, что там мне Люба выслала, но будем смотреть. Конечно, очень приятно, очень радостно. Вот, и еще один подарок вот этот я забрала на Валберис. Сейчас мы его включим даже. Вот такая вот красота. Так. Музыку уберем. Там уже муж включал флешку, поставил туда карту памяти. То есть это называется колонка. Вот, здесь есть микрофон, мы сейчас его проверили, он хорошо работает. Так что мы будем петь песни, караоке будем петь. Его можно подключать к телевизору, к ноутбуку. Здесь, что здесь есть вообще? Радио, кстати, здесь есть. Ну, так как у нас здесь радио всего лишь одна программа, вот, и, в принципе, радио мне как-то не очень интересно. А то, что здесь можно на карту памяти, например, записать различную музыку, сюда включить, унести там на улицу, например, громкость отличная. Вот, и вот такой вот подарок мне сделал муж на мой день рождения. Представляете? Вот, конечно, он тоже будет пользоваться этим. Уже мне он предупредил. Так что не для меня одной. Но, тем не менее, очень хороший подарок, интересный. Вот, все мы уже попробовали, посмотрели, как работает, что. Ну, к телевизору еще не подключала, не смотрела, не проверяла. Но я думаю, что если он так работает, то, наверное, и к телевизору можно подключить будет. Вот, ну что, давайте тогда, наверное, поверну я камеру. И будем открывать посылочку вместе с вами. Будем смотреть, что там такое Люба выслала. Итак, поехали! Так, я, наверное, без вас ее раскрою вот здесь вот все, да, потому что здесь все так запаковано, упаковано, все хорошо. Сейчас раскрою и потом уже будем вместе с вами все смотреть. Так, ну что, смотрите, сколько тут добра, сколько тут красоты. И сейчас будем все раскрывать. Все будем раскрывать и смотреть. Ниточки, наши любимые ниточки. Дора. Конечно, у них такие ниточки, которые у нас, например, таких помине нет. Поэтому я вообще ни разу таких не слышала. Мадам Трикоте Дора. В 100 граммах 250 метров. 100% акрил. Кстати, ниточка такая приятная, тоненькая, хорошенькая. Вот. Красивый цвет. Так, красные. Ализе Суперлана Классик. Цвет такой красивый красный, да, в 100 граммах 280 метров. Вот такая вот красота. Так, тут где этикетка? Этикетка куда-то вот, наверное. Так, надо запаковать ее.
Тоже Дора. Классный. Два цвета таких красивых, да? Дора. Так. Вот это вот возьмем. Так, где тут тоже этикетка? Это, боже мой. Так, котята тут у меня с ума сходят. А, этикетки не вижу. Этикетку не вижу. Красивый тоже цвет. Красота. Любочка, спасибо, моя хорошая. Спасибо за ниточки. Наши любимые ниточки. Так, ну что взяться еще? Ализе Лана Голд. Вот такая вот красота. Из таких ниточек я знаю, что она вяжет тоже следики. Красивые получаются. Я тоже вязала из таких ниточек следочки. Так, Ализе Лана Голд я назвала, да, в 100 граммах 240 метров. Вот, и что вам еще сказать, 51% акрил, 49% шерсть, то есть полушерстяная ниточка. Так, а что еще? Так, здесь в 100 граммах, а, я написала, сказала 240 метров, да? Вот такая вот красота. Мои любимые ниточки такие. Так, здесь что? Ой, там какая-то... Здесь, по-моему, новогодняя красота. Мы маленько отложим. Давайте ниточки дальше будем разбирать. Так, маленько пошуршала. Нако. Нако, Нако Лен. Какая прелесть, какая мяконькая. Да, чувствуется шерсть. 49% шерсть, 51% акрил. Какая красота. Мяконькая такая, прям нежная. В 100 граммах 210 метров здесь. Вот, Нако. Не вязала такой ниточкой. Прям, наверное, я на весну свяжу себе шапочку. У меня куртка такая, пальто такого цвета. Вот. Оранжевый цвет. Опал. Опал Карделен. Ну, все такие названия, конечно, незнакомые. 100 граммов 210 метров. 100% акрил. Яркая такая ниточка, да? Можно какую-то игрушку связать с рыжей. С рыжим таким, рыжим цветом. Да? Можно связать. Что еще можно связать таким цветом? Волосы кукли. Наверное, толстовато для волос будет, да? Ну, красивенькая. Так, 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 так. Это Ализе Экстра. Угу. В 100 граммах 220 метров. А такой тоненький моточек, кажется. Так, и здесь 100% акрил. Ализе Экстра. Интересно, нарисованы какие-то как салфеточки, да? Салфеточки, коврики. Такой бежевый цвет. Приятный такой цвет бежевый. Так. Вот такая вот ниточка. Тоже Нако. Лолипоп. 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 Так, 100% акрил. И здесь в 100 граммах 230 метров. Ага, ну вот может быть такими полосочками оно идет. Интересная ниточка, красивая тоже. Ой, Любаш, спасибо тебе огромное. Ой, какой красивый яркий цвет. Прелесть. Опал. Тоже опал. Так, в 100 граммах 235 метров. И 100% акрил. Приятная такая ниточка, красивая, да? Так, вот еще Нако Лолипоп. Даже не выговоришь, такие ниточки я такие не вязала, по-моему, с таких ниточек. Тоже красивый, да, цвет такой интересный. Красота. Красота, девочки, красота. Ой, как нам для счастья мало надо. Ниточки повыбирать, посмотреть, полюбоваться. Здесь такие даже не пойму, что написано. Перия, что ли, мелодия.
100 граммах 300 метров. 100% акрил. Тоже красивая ниточка, цвет такой приятный. Так, ой, ой, ой. На Кололипоп. Ну, это тоже вот это все с этой же серии, да? Здесь вот несколько цветов, а здесь как бы все розовенькое. Красивый такой цвет тоже. Прям такое мягкое-мягкое все. Все такое приятное-приятное. Еще такой красивый, смотрите. Прелесть какая. Ой, какая красота вообще. В 100 граммах 230 метров, я уже сказала, да? Но у меня такой ниточки, по-моему, не было. Вот именно Лолипоп. Лолипоп. Красивая прелесть. Так, тут что? Бэби. Вот эту она мне высылала уже. Такой ниточкой я уже вязала. Голубенькая, да? А, ну это другая. Это опал. Это опал. А вот по качеству, мне кажется, прям похоже очень. Здесь сколько метров? В 100 граммах 235 метров. А здесь в 100 граммах 300 метров. Потоньше эта ниточка, да? Голубенькая. Красивый цвет тоже. Так, все вам видно хоть, девочки? Ой, какая красота. Пестренькая такая прям. Даже на картинке такая вот все пестрая. Ализе Верона. Ну, тоже такую я ниточку не знаю. Незнакомая она мне. 100 граммах 210 метров. В 100 граммах. Так. Ну, здесь тоже, наверное, 100% акрил, да. Интересная. Такая прям пестренькая. Пестренькая. Что-нибудь будем вязать для своих куколок. Так. Вот такой, нет, такая ниточка Ализе Суперлана Классик. Да, вот такие носочки можно связать. Прикольные будут. Такой цвет тоже интересный, да? Суперлана Классик. 75% акрил, 25% шерсть. Полушерстяная ниточка, да? Так, ну вот эти прям мне понравились, такие интересные. И расцветка такая нежная-нежная, смотрите, какая прелесть. Ализе, а, здесь другая, Ализе Нако Элит Бэби. Это другая совсем ниточка, так похожа вот на эту, да? На Наку похожа. Нет, кстати, не похожа. Не похожа. Я хотела сказать, такая же. Нет. Другая. Это цвет. Это качество другое. Ой, как мы это все любим, девочки, да? Согласитесь? Что нам для счастья нужно? Нам ниточки разглядывать, вязать с них. Ой, супер мерино. Ярнард. Супер мерино. Вот так вот называется. 25 шерсть, 75 акрил. 100 граммов 300 метров. Вот так солнышко отсвечивает. Не пойму, белый цвет, по-моему, да? Вот если вот эта ниточка, она как бы, видите, такой молочный цвет, да? Это вроде как белый цвет. Да, солнышко отсвечивает и непонятно. Так, вот такая вот уже куча. Ой, кармара. Любашка, ты меня прям балуешь. Ты меня балуешь. Столько мне красоты навысылала. Ой. Упал моточек. Да, столько красоты навысылала. Ой, тоже интересная какая-то. Тунс. Или Тунг. Фавори. Фавори, да? Ну да, Турция. Здесь вообще такие ниточки у нас, наверное, таких даже нету. Даже название не выговоришь. 100 грамм и 210 метров. 100% акрил. Турция. Розовая такая прелесть. Прелесть, прелесть. Тоже красота. Ализе Верона. Это уже такая вот к этой серии, да? Здесь розовый, здесь зеленый цвет. Здорово. Я прям уже представляю какие-нибудь комбинезончики на кукол, да? Связать. О, красота какая. Вот с такой можно даже кукле волосы сделать. Вот из этой ниточки, допустим. Ну, это у меня сразу такая ассоциация, да? Ализе Суперлана Классик. Такой красивый тоже цвет. Интересный, да? Солнышко здесь, я не знаю, наверное, камера вообще не передает красоту всю эту. Так, и еще моточек такой. Интересно, это что такое? Ого!
Ой, не выговорю вообще. Не выговорю. 100 грамм. Такая толстая нитка. Не знаю, с этой ниточки что вяжут. Девочки, подсказывайте. Здесь, по-моему, даже вообще ничего не написано. Что и к чему, и почему. Сколько здесь, ну, 100 граммах, а сколько метров. Ничего не написано. Что с этой нитки вязать, я не знаю. Надо будет у нее спросить, что именно она, для чего она берет. Может быть, шапка какая-то, да? Ну, на куклу, допустим. Шарф какой-то можно связать. Что еще? Надо будет узнать. Интересно. Так. Ну, вот это для... Можно, наверное, для салфеточек. О, здесь все на китайском языке. Тут ничего не понятно. Ну, короче, это для салфеточек, я так понимаю, да? Тоненькие такие ниточки. Вот еще розовенький цвет. Ой, как золотистый, да, цвет такой интересный. Интересные такие моточки. У нас таких нет, конечно, ничего такого нету. Ну вот, что с этих ниточек? Наверное, салфетки, да, вяжут. Тоненькие такие ниточки. Так, а здесь что это? Она мне выслала, Люба, ты мне выслала красоту, да ты что? Ты свои все мне отправила. Ой, слушайте, у меня аж прям это, аж сердечко застучало. Ажурные фантазии, пледы, подушки, скатерти. Это 19-й год. 19-й год. Красота. Ажурный абажур. Салфетка у бабушки в гостях. Вот такие салфеточки можно. Видите, какая прелесть. Пена морская. Я как-то вам обещала, как эти, ну, читать вот эти схемки. Как-нибудь с вами свяжем какую-нибудь салфеточку. Воздушный шар. Прикольно. На это... Коврик, морской конек, раковина, шум, океан. Смотрите, какая интересная. Органайзер, кит. О, для крючков органайзер. Прям крючки, как у меня в точь. И антистрессовые камушки, вязаная галька. Интересно. Здорово, плед морской. Что тут еще есть? Шишечки. А, шишечки, точно, шишечки. Коврик, добро пожаловать. О, здоровский. Красивый коврик. Интерьерные корзинки. Кашпо облака, подхват для штор, фиалка. Часы радуга. О, здорово. Подушка. Скатерть. И белая занавеска. Ну, здорово вообще. Ну, за эту я вообще прям, Люба, как тебе... Ой, я вообще не могу. Посмотрите, шапочка женская. Это ее тетрадку, она мне выслала. Ну как так? А как ты останешься теперь без тетрадки, без такой? Перчатки. Как перчатки вязать? Посмотрите, узор березовые листики в шахматном порядке. Ой, вообще, это же такое, знаете, можно сказать, и раритет, да? Шапки. Она очень любит шапочки вязать. У нее каких только шапочек нету. Вон, кепи для женщин. Шапочка чалма, шапочка с отворотами, шапочка с бортиком. Летняя ажурная шляпка. Ой, вообще, это что это? У меня прям слов нет. У меня прям слов нет. Шарфик-воротник. Двойная чулочная вязка. Узоры всякие разные. Ой, Люба, ну как так-то? Ты как? Ты от себя оторвала и мне выслала. 78-й год, смотрите. 78-й год. Это ее тетрадка. Она вела ее и заполняла, и писала все. Купальный костюм. Я помню, как-то купальник тоже вязала, но я его так и не довязала. Ой, у меня слов нет, правда. Слов нет. Кофточка с ажурной кокеткой и рукавом реглан. Узор кокетки, чулки ажурные, узор гребешки, но тут и спицами, и крючком, юбка, орешки, узоры. Ой, ну такая ценная тетрадь, эти вязать, кофточки, смотрите, что. Не знаю, как так она выслала-то мне, а как она теперь без нее будет? Мужские шапочки, детская шапочка с ушками.
Косынка. Ой, не знаю, у меня слов нету просто. У меня просто слов нет. Это ценность, это прямо драгоценность на самом деле. Тут еще одна тетрадка. Ой, 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 ой. Вот это да, вот это да. Построение чертежа платья. Ой, ну какая молодец. Юбки-брюки. Ой, вообще слов нет просто. Это она училась, видать, где-то. И все, она мне выслала. Юбки, как шить, как что делать. Построение чертежей. Так, посмотреть бы какой-то год. 11 А-класс. Люба, ты с ума сошла. 93-й год. Я вообще в шоке просто. Я просто в шоке. Ручные стежки. Ну как можно выслать вот такую тетрадь, а? Это же такая ценность. Вообще у меня просто... Я просто в шоке. В шоке, девочки. Ой, сейчас буду звонить. Сейчас видео запишу и буду ей звонить. Так, ну давайте, наверное... Маленько пошуршим, да? Сейчас я маленько в сторону уберу, чтобы место было. А то у меня уже здесь нет места, чтобы показать еще новогоднюю красоту. Я говорю, что она мне высылала к Новому году, но посылка не успела дойти до Нового года. Но я очень рада, что к моему дню рождения я эту посылочку получила. Поэтому еще даже приятнее. Давайте будем смотреть, что здесь за красота. Красота новогодняя. Ой, ну Любашка, ну Любашка. Придумала же, а? Вот придумала же. Что она мне тут отправила? Смотрите, какая прелесть. Это здорово, когда фотографировать, да, вот это вот различная, ну как, не атрибутика, как называется, к фотографиям. Это вообще здорово будет. Красивая елочка. И шишки здесь. Ой, котята там с ума сходят. И шишки, и ягодка. И... Так, еще, по-моему, одна веточка. Яблочки. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Так, это тесьма. Тесьма. Красивая какая тесемочка. Прелесть. Золотистая такая, да? Золотистая. Так, потом свернем мы все это. Ой, сколько ее тут. Ой, какая она длинная. Длинная, длинная, длинная. Тоже тесемочка. Ой, какая прекрасная, интересная. Интересная какая тесемочка. Красивая, красивая, красивая. Еще одна. Еще одна. Ой, красота какая, да? Красота. Ой, здоровская тоже вот эта тесемочка мне нравится. Красиво на куколке можно делать, пришивать платье, шить и пришивать. Такая вот красота. Длинная тоже, большая. Так, еще тесемочка. Ой, тоже красивая какая, девочки. Смотрите, красота, да? Красота. Красота. Черная тесемочка. Тоже вот красивая какая идет. Красивая. Ну, Любашка, ну, Любашка меня задарила подарками. Тоже интересная тесемочка. Так, и там еще что-то есть. Тут письмо. Письмо, она сказала, я тебе там письмо. И тут драгоценности, девочки. Это золото, бриллианты, да? Золото, бриллианты, как Тони Дегтярева все время говорит. Золото, бриллианты. Сейчас я пониже опущу камеру, чтобы вам это все тоже увидеть хорошо. Так, телефон у меня тут стоит на зарядке.
Так, ну давайте смотреть. Давайте смотреть. Золото, бриллиант. Так, бусинки. Ой. Ой-ой-ой. Раскрылась. Бусинки. Это мы любим. А тут пуговицы. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая красота. Ну, посмотрите, какая красота. Золото, бриллианты. Ой, прелесть какая интересная. Какие-то всякие разные бусины. Пуговицы. Пуговички. Всякие разные пуговички. Видите? Красивые какие. А, вот эта лицевая сторона. Вот она. Вот такие золото, бриллианты. Все тут. Пуговицы красивые тоже. Вот, видите, сколько драгоценностей у меня, да? Вот такая красота. Любашка, ты меня балуешь. Ты меня просто балуешь. Огромное-огромное спасибо тебе. Вот такая прелесть. Такая прелесть. Так, ну письмо, наверное, я прочитаю уже без вас. Письмо это мне лично, конечно. Сейчас буду читать. Сейчас буду читать. Ну, а с вами я прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что порадовались вместе со мной. Вот за такую красоту. За ниточки. За всякие разные тесемочки. За драгоценности. За все, за все, за все. Вот. Так что спасибо огромное, Любаш, тебе, что ты меня так задарила. Мне прям, честно говоря, конечно, неудобно, но подарки, конечно, это хорошо. Вы согласны со мной, да, я думаю? Так что вот такие вот красота, вот такое у меня наступление моего дня рождения, моего юбилея. Вот начинается с такой красоты. Ну, все, всем пока-пока, всего доброго. Всех обнимаю, целую. С вами была я, Нина Тарасова, и до новых встреч!